Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Димон, я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 93. В этом уроке мы рассмотрим социальный слайдер. Это простой модуль, который находится в фиксированном положении сбоку страницы. Скачать данный модуль можно на сайте joomjump.co.uk или у нас на сайте, ссылка будет в описании. После установки переходим в менеджер модулей, находим социал слайдер. И ставим «Опубликовано». Сохраняем, обновляем главную страницу. И у нас сбоку появляется вот такой вот слайдер. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. В этом модуле есть ряд стандартных иконок, а точнее 15. Здесь их можно включать или выключать. Также можно вставлять свою ссылку. В пункте «Пользовательские вкладки» можно создать до 5 своих индивидуальных вкладок. В настройках своей индивидуальной вкладки можно написать небольшой текст, выставить цвет раскрывшейся вкладки, назначить ссылку. Также можно добавить картинку. Для этого вам необходимо перейти в корневую директорию вашего сайта. Папка «Медиа», «Мод Социал Слайдер», папка «Icons» и вставить сюда иконку. Смотрите, чтобы имя вашей иконки в папке и в данном поле совпадало. Включаем, сохраняем, обновляем главную страницу и появляется наша вкладка. Иконка должна быть примерно 32 на 32 пикселя. Далее переходим к другим настройкам. Здесь можно выбрать положение пункта, просто перетащив его в нужное место. Ниже можно выставить цвет модуля, цвет текста модуля, позицию модуля, куда будет прилегать модуль, кверху или к низу. Также можно сделать отступ в пикселях, допустим 50. Можно выбрать, чтобы в мобильных или в мобильных с планшетами не отражался данный модуль. Выбрать цвет иконок. Здесь мы выбираем открытие ссылки в этой же или в новой вкладке. NoFollow – эта настройка позволяет нам включить или выключить индексацию наших ссылок поисковыми системами. Также есть платная Pro-версия данного модуля, которая имеет более расширенные возможности. На этом урок закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.